Море, закат, солнце. Именно так называется картина Ивана Айвазовского, триумфально вернувшаяся в стены Химкинской картинной галереи имени Горшина. В своей первоначальной раме. Несколько месяцев назад ее отдали реставратору. Время деревянную раму не пощадило. Еще бы, багет датируется 19 веком. Не исключено, что выбирал обрамление картины сам художник. В любом случае, именно в таком виде коллекционер Сергей Николаевич Горшин передал работу Айвазовского в галерею. Это наследие, наша главная задача – сберечь в том виде, в той концепции, в той идеологии, которую Сергей Николаевич нам доверил. И рамы возвращения картинам подлинного, достоверного состояния – это для нас очень важная часть работы. Известно, что обрамление крайне важно для презентации картины. Например, романтический стиль Айвазовского отлично сочетается с широкими полями и сдержанным декором. У нас заходящее солнце, как бы отражение в море, да, и еще некая такая вот волна у нас, как бы такое движение морской воды вот здесь вот на берегу происходит. И в данном случае, если бы рама была такая с очень развитым липным декором, наверное, это было бы несколько неоправданно. В данном случае у нас такие широкие плоские поля и немножко этого декора. Сам Сергей Николаевич Горшин – автор ряда техник по работе с древесиной. Выбору и сохранению рам придавал особое значение. Сейчас работу Айвазовского в классической раме можно увидеть в Химкинской галерее.